Здорово, здорово. Чули. Здравствуйте. Вот мы лежим тут с Дашулечкой. Она занята у меня клацаньем по телефону. Очень важное дело. Так, ну что? Чисти мне такая здоровая рожа. Дашенька, что ты там делаешь? Ух ты, блин. Я? Ну-ка, ну-ка. Так, все хейтеры Миронова Сережи. Всем привет. Всех тварей из Инстаграма я лично удаляю. Да, я копаюсь в ВКонтакте, в Инстаграме, в его. И всех злобных шкур я чищу. А я сейчас... Подожди. Сейчас я в данный момент хочу видеоролик найти для того, чтобы один мальчик из ВКонтакта предложил мне сделать мотивацию на меня. Да, вот так вот и себе на канал я это все солю потом. Горите в аду. Все. Бр, бр, бр. Ой. Вот, короче, банка. Вот она. Все, всем пока, щелчок. Вот она, банка. Так, Даша, волосы, что-то не увидел. Что нового? Что нового? Даже не знаю, что старого-то. Все вроде как обычно. Монтирую бложики, пишу программы и все. И сорю ютубовские ролички. Вешу 102 килограмма. Так. Как Даша ухаживает за волосами? Как Даша ухаживает за волосами? Мой Сережа покупает мне профессиональные средства косметические всевозможные. Ты мне грудь показываешь, у меня видно. А так огромное лицо у меня. В зале сегодня был, ездил на самокате туда час, обратный час. И чуть делал. Вот, физики дядя Сережа вернется через несколько месяцев. И... Подожди, если ты идешь через несколько месяцев, то ты можешь пойти купить себе таракан. В физиках выступать имеет в виду. А, выступать. Выступать. Так, на бой дочи. На бой дочи мы пойдем с тобой. Мы с тобой будем уже в другом месте на бой дочи. 8 сентября? Или... А, 8 сентября. Подожди, мы какого числа уезжаем? В октябре. Сочи. А, в Сочи? В Сочи. 25-го. А, 25-го? Тогда будем, да, конечно, пойдем. Че, мы сходить? Он же нас пригласил. Да, кстати, у нас будет фитнес-тур в Сочи. Так что, кому интересно, может почитать в Инстаграме. Там будет куча всяких движух. Будем ходить в зальчики. Кушать ходить. Там море, яхта. На яхте будем плавать. Вот. Сапсерфинг будет. Питание. Сапсерфинг будет. Короче, вся инфо, скажу тебе в Инстаграме. Так что, кому интересно, все в Инстаграме. Короче, будет круто там. Да, Гошан в Сочи как раз сейчас. Так, что еще? Какие кроссы выбрать для приседа с твердой подошвой, с небольшим каблучком можно брать? Здорово, здорово. Здорово, здорово. От Михалыча с подвала привет. Здорово, здорово. Как... Нас затопили, между прочим, а мы даже не дернулись. Мы даже не дернулись. Нас топит. На кухне капает вода. Представляете? Капает и капает. Все мокро.
Дашенька у меня бегает взад вперед С бегает, тряпками. с тряпками, Сейчас. переживает. Переживает, нервничает. И только сейчас решила прилечь посмотреть очень важное сообщение вот так. Отстань! ВКонтакте. Сам ничего не делаешь, своего хача смотришь сутками. И живешь. Ты как не посмотрю, все каких-то педрил смотришь. Голых физиков каких-то непонятных. Шкур каких-то лайкаешь. И вечно со своим хачиком. И жрёшь постоянно. Что ты несешь? Всё, я несу счастье. Что ты несешь? Я, между прочим, лучше твой бизнес. Что там, кто там пишет? Что там пишет, тварь? Что там заблокировал пишет, уже. Тварь? Пишите, пишите, твари, быстрее бы не вас блокировать. Все секреты выдала Серёгина. И тортики. Эй, вы, московские шкурки, которые предлагают моему Серёженьку тортики. Кормите своих, понятно? Урюпинских балеров. А, Даша сегодня у меня злая какая-то. Даша, тихо-тихо-тихо. Даша, давай. И телефон мне тоже твой достал. Все. Так. Ой, Серёж, не надо. Серёж, чё там, иди ты. Так, сучка, шлюха сраная. Все, ты в черном списке. Так, ну что у нас дальше? Что у нас дальше там? Кто там еще пишет? Давай сюда поближе, чтобы я дотягивалась. Тигрица, Даша тигрица. Давай поближе, говорит, чтобы я дотягивалась. Даша сделал так. Давай сюда, я говорю, Серёж. Одеваешься надо мной? Да там никто не пишет. Блокировать буду. Расскажи свое мнение про Гусева на Олимпии. Мне спрашивают, сколько месяц ведения стоит у меня? По-разному, на самом деле. Есть за 2000. Чего там такое? Трусы там у меня. Трусишки? Дашенька в трусишках у меня ходят. Тебе же написали, что только Миронов способен на такие вещи, чтобы показывать свою женщину голую. Не ты голая, это ты же трусишка. Это шпак там. Может, и без трусишек, откуда я знаю? Может, это... Это шпак способен. Даша, у меня вейпер. У нас смотрит в данный момент 274 человека, Дашенька. Я не могу. Мы золотыми палочками пойдем, Сереж. Вообще, ночь по ночь. Мы на улицу так и не вышли. Я зачем вообще не понимаю, уложила волосы себе. Что ты? Я, короче, не могу. Про Гусева? Что про Гусева сказать? Я думаю, вряд ли что-то будет светить. Потому что это не объективный спорт. Решают связи. Это не наш турнир. Я хочу винишко, Серёня. Дашенька хочет винишко. Время 10:16. Из-под полы. Что там, шлюшки пишут еще какие-нибудь? Да что-то... Шкурки. Давайте, давайте, такие завистницы мерзкие. Серёж, я не буду, я не смогу дотянуться, понимаешь, чтобы заблокировать. Да? Шкурятину. Ну, если надо, я тебя быстренько опущу. Дешевскую. Я буду пересматривать этот перископ. Она какой нас. И все ж... Я? Ну, чего сегодня там пишут? Это мало сообщений, не знаю. Что-то народу много сообщений. Когда в Таиланд? Когда в Таиланд? Когда в Таиланд, Сереж? Когда, Дашенька, в Таиланд поедем? Так ты же решаешь, когда мы едем в Таиланд. Мы поедем, наверное, в октябре где-то. Еще будем там, скорее всего, какого числа? В январе будем еще там, в Таиланде. А я злая, да, сегодня, Сереж? Ты злая. Я знаю, почему. Почему? А? Почему ты злая? Потому что у меня нет ленивца. Друзья, подарите Даше ленивца, пожалуйста. Скиньте себе, слушайте, по 1000. Ладно, по 100 рублей хотя бы. Сколько там человек смотрит?
400 человек, Дашенька, 400. Смотрят по 100 рублей. Черт, сколько отстанет меня. Короче, этот ленивец стоит 280 тысяч. Если они по 1000 рублей. Даже если они скинутся по 1000, блин, это мало. Нет, это его хватит. Ну, их там 200, а не 280. Уже 170. Ребят, куда вы? Их 370 сейчас. У тебя там ничего не было. Я не знаю. Ну, я же не вижу, блин. У меня же зрение минус-минус. Что там пишет? Что-то у тебя голос стрёмный. Лови 500 рублей. Кидай. Голос у меня стрёмный. Так я на стрёмной тоже сидела, если кто не в курсе. Почему не функционирует номер Петербурга? Чей, мой? Это мне звонят. Он выкинул мою сим-карту сегодня, представляете? Это мне уже звонят через твой перископ, Серёженька. Вы представляете, какой, а? Вот он просто пошел и выкинул в наглую мою сим-карту, чтобы ко мне больше никто не звонил. Это чертов собственник, а? Ты жжешь. Ой, я не могу. Короче, выкинул Дашу на сим-карту. Она рядом лежала с мусоркой. Я говорю, твои кроссовки тоже лежат рядом с мусоркой. И твой телефон тоже. Короче, сим-карта лежала. Да. Как она там лежала из моего телефона? Расскажи, пожалуйста, как она из моего телефона там лежала рядом с мусоркой. 10 сантиметров от мусорки лежала сим-карта. Сереж, насчет того, что ты ее оттуда вынул. Я, короче, подумал как. Я подумал, что Даша выкинула сим-карту свою, и все. Сереж, это какая глупость? Мы сегодня уже это, на самом деле, я уже орала сегодня тебе. Ладно, шучу, не орала. Как я могу на эту Сереженьку орать? Даша орет меня и бьет, друзья. Что ты говоришь? Щекотит. Это ты на меня орешь. Не надо на меня щекотать, когда я пью горячий кофе. Это он мне говорит, вы представляете? Как она смешно говорит, когда она скрипит. Пусть они все знают, как ты меня любишь, Сережа. Пусть они все знают. Дашенька, есть пресс? Покажи. Вот. Мой пресс. Красиво, да? Ну давай, покажи пресс. Вот, Сереж рисует пресс. Четвертый месяц пресса уже, смотрите, ребят. Все ставьте ваши лайки, тоже все люди разбежались. О, привет из Сибири. Вы тупые. Да, вы тупые, да. Есть немножечко. Ой, так, накуренные стопудово. Пресс. Ну-ка, Сереж, свой покажи. Ребят, кстати, кто не в курсе, мы же поспорили на таракана. Ну вот, 15-го какого? Сентября. 15 сентября. 6 кубиков пресса и венозность на теле. Если кто проиграл, тут есть тараканы. Посмотрите, как. Ну, посмотри, покажи мне меня. Ну, вот так. Как-то так. Да, не особо не видно. Раз, два, три, четыре. Осталось два. Ну-ка, теперь ты свой покажи. Та-дам! Посмотрите на Сережу. Ой, чё? Ну-ка. Выдохни, Сереж. Не, ну все равно он, видите? Раз, два. Водичка есть. Раз, два. Раз, два, три. Вот шесть. Шесть и венозность. Я не буду есть таракана. Ты будешь есть таракана. А Даша будет есть таракана. Ты будешь есть таракана. Ой, так, давай заблокируем. А что пишешь? Что пишешь, расскажи? Ничего не пишет. Ты почитай. Нет. Что, я мужик? Покажи попку. О, попку, ну вот попка. Ну чего еще, Дашенька, расскажешь? Что там? Пожалуйся подписчикам. 461 подписчик хочет, чтобы ты пожаловалась. Мне не получается, я не знаю, что придумать. А, ребята, я тут вспомнила. Подушка куда-то у меня тут. Короче, кто подписан на мой канал? Канал у меня адская наварская, да. Все водички лежали. Так вот. Почему видеороликов-то нет? Потому что дядя Сережа меня перестал снимать, да. Ой, а ты расскажи всем, что дядя Сережа тебе подарил вчера. Ой, дядя Сережа. Дядя Сережа перестал меня снимать. И даже подарил мне эту. Подарил мне GoPro, чтобы я снимала себя сама. Ну, спасибо тебе, ладно, все хорошее. Спасибо.
Я подарил Даше GoPro-шечку, чтобы у нее была своя GoPro-шка, так как она у меня самый настоящий блогер. Я блогер. Блогер она у меня. Ну а что ты, кстати, надо ролик мой монтировать. Меня все спрашивают, где с юга что-нибудь. Сочи, Серёж. Ни с Москвы нет, ни с Финляндии ничего нет, Серёж. Ага. Ну, что, я вот жалуюсь на тебя тут. Дашенька, у меня только две руки. Две. Я описалась, дурак. Ты опять описалась? Дашенька, ну что ты описываешься? А что пишет? Скажи мне, что они пишут? Ой, да блин, ничего не пишут. Пидораса. Да это нормально, нормально. А, это нормально? А сколько лет еще начал заниматься спортом, я спрашиваю. Тварь. Тварь. Я потом перемотаю. Перемотаю. Что там? Что там? Тут пишет сука, по-моему, Серёж. Есть рука. Я ж плохо вижу. Когда видео-то новое, Дашенька, говорят? Пуси, чё? Открой киску. Сейчас я покажу киску. Мяу-мяу. Каждый думает в меру своей испорченности. Когда ролик, Серёженька? Когда? У меня очень столько всякой разной материала разного всякого. Серёженька, когда ты будешь показывать меня всем? Мой каналчик. Адская наварская записывайтесь, все подписчики подписывайтесь на меня. Даша, Go Спортлайф Балканский, там лучше. Спортлайф Балканский? А что, починили его уже? Какой-то Евгений тебя приглашает. Может, Евгений я? Надеюсь, что Евгений. Серёженька такой ревнивый. Женя, пиши мне в телек. Я шучу. Так, Даша, какую жижу паришь? Жижу? О, жижа крутая у меня. Серёнька мне купил за сколько? Тыщак обошлось, да? Тыщак? Комары. Комар? Чёрт. Они опять меня сожрут сегодня ночью. Кис-хер? Кис-хер. Киски? Кис. Хер – это здесь, Серёж, на немецком. Не, на английском. Ну-ка, кис-хер, как там? Киски. Так, что еще? Вы можете положить телефон где-нибудь, двигаться дальше, рядом так много. Вот селфи-палка у нас же есть, Сереж. Хочешь дам? Вот она. Селфи-палка? А, тогда селфи-палки будет нельзя заблокировать людей. Ну ладно, потом заблокируешь людей. Нет, надо сейчас, Серёж, чтобы эти пидорасы больше ничего не писали. Твари сраные. Твари чёртовы. Завистники. Завистники. Они нам завидуют, потому что вон в каких хоромах тут лежим. Мы лежим. Мы с тобой две богачки, Серёнь. Кто две богачки? Мы с тобой две богачки. Мы с тобой, Даша. Серёж, ты сломал новую? Нет, это старая. Это старая говнопалка, блин. Это старая говнопалка. Мы с тобой смотри, в каких шелках тут. Я помню, у нас тут корнючие. Мы с тобой в этом. А палка у нас какая селфичная. Серёж, ну сейчас подушку беру, я буду в трусиках лежать. Да? Надо что сделать? Надо просто на себя камеру переведи вот так. Так. Все. Видали, какая бицуха у меня? Никакая! Потому что все, Дашуля. Да, Дашеньке очень большая бицуха. Дашулька сдулась, Дашулька. Дашулька у меня красотка. Дашулька из бодибилдерша превращается в человека. Дашулька очень красивая. Серёж, ты как-то лежишь странно. Смотри, какой ты, какая я у тебя. Какой я что? Красавчик? Необъятный какой-то. Это белый. Ну, Серёж, ты же покрасивее можно, чтобы видно было, что ты красивый? Ой, ты чем громится, блин? Ты так не поднимай надо лицо. А хоть что читать? Я же вообще не вижу ничего. О, ща я буду читать. Давай. Надо сосредоточить зрение. Так, ответь. Даша чё? Даша, бицух покажи. Давай, дави бицуху. Хотите, покажу Даше на кубке. Вот они. Это Даша на кубке. Всякие. Даша на кубке. А вот там вот мой. Статуэточка. А тут можно увеличивать, нет? Нет. Нельзя?
Что еще? Что еще? У меня есть портреты. Мы вообще, на самом деле, самые богатые люди Санкт-Петербурга. Да, это да. Форбс мы еще пока не появились, конечно. Потому что у нас черная касса. Форбс мы еще не появились, но Форбс у нас уже есть. Покажи, где Форбс. Форбс-то затопило тут недавно. Немножечко затопило Форбс. На самом деле, да, лежим, комары жрут, потолок течет, вода перебоями. Вода, Дашенька. А еще знаешь, что у нас было? А что, что? Ты покупала за 100 с чем-то рублей эту штуку. Волос разъедайку, волос разъедайку. Ой, Даша покупала какую-то штуку. Ой, ну все, 127 рублей, 127 рублей, Сереженька. Боже мой, обнищал, бедняга. Вот. А что ты решила, что я по поводу денег начну? А по поводу чего ты мне эту штуку? 3 дня уже припоминаешь. Сказала ему, купи, говорю, химии в дом, чтобы раковину залить, потому что волосы эти накрутились хомяком в трубе и не просасываются. Ну, все же знают, ну, кто живет с дамами, с прекрасными большими длинными волосами. 127 рублей. Ну, и что, Сереженька, чего ты хочешь им посетовать? Расскажи. Так, что ВКонтакте тебе пишет, что Даша удаляла? Что ВКонтакте тебе пишет, что Даша удаляет? Не знаю, Даша. Я тут на самом деле мне Даша иногда удаляет вообще по настроению. Привычка еще вставать ночью осталась. Я больше не жру, да? Я теперь лазю по телефонам и все, что мне не нравится, я просто в черный список сразу. Так что, ребятушки мои, дорогие и любимые подписчики дяди Сережи, если вы вдруг себя не обнаружили в Инстаграм или где-то еще, да, там ВКонтакте вдруг, это значит вот эти вот пальцы. Вот шикарные пальцы. Просто нажали вас и заблокировали, да, да, да. Все. Заблокировали. Да, и буду я делать так постоянно, не надо бежаться. Дядя Сережа мне разрешает. Да, скажи? Скажи. Все мне можно. Да, можно? Дашеньке можно блокировать, чтобы она потом не укусила. Ну ты же сам говоришь, что они твари, Сереж. Ну ты же сам говоришь, я же говорю, шкура, ты говоришь, шкура. Ну разве не так? Серёж, обижусь, твой лучший бизнес уйдет от тебя, Серёж. Ничего, куда же он уйдет от меня? Кто тебя возьмет? Скажи, куда ты уйдешь? Да. Голая, сраная. Так, ну а что, Дашенька? Кто-нибудь хочет забрать Дашеньку к себе? Ну конечно, еще акцион тут выставить, Серёж. Ребята, тот, кто курил, все, кто хочет бросить курить, я вам очень советую подключиться на вот эти штуки. Вайпер. Вот это, там не дым, там пар. Это водичка. Пар. И реально помогает. Я уже не курю очень долго. Сколько уже не курю? Полгода? Почти. Сереженька, ты меня любишь? Ой, очень сильно, Дашенька. Очень сильно тебя люблю. Всем понятно, да? Так, ну что, Дашенька? Что? Что еще? Что, все шкуры уже поняли, что ты меня любишь? Все шкуры? Не знаю. Даша у меня ревнивая девочка. Я не ревнивая, Сереж, просто эти шкуры тебе тортики предлагают, понимаешь, в Инстаграме, в Директе, а меня потом, это самое, чехвостит во всех группах, представляешь? Сволочи, вот двуличные. Шкурятины. Двуличные шкуры. Нельзя быть такими. Нельзя быть такими шкурами. Нельзя быть такими шкурами, девочки. Надо быть доброй, как я. Тогда, может быть, вы понравитесь дяде Сереже. Хотя они не вариант уже, все. Я же самая добрая, Сережа, да? Я Дашеньку полюбил за ее доброту. И за чувство юмора, да? И за чувство юмора, которое научило ее шуточкам своим. Дашенька теперь у меня такая шутиха. Шутиха? Шутиха. Шутиха? Шутиха? Шутеечки всякие, которые... Шутиха, это которая шутеечки всякие придумывает. И смеется над шуточками. Дашенька, вот давай шуточку. Давай шуточку. Серёж! Давай, Дашенька, шуточку. Ну давай, покажи, как ты научилась у меня всяким шуточкам. Веселую шуточку давай. Не могу так. Ну давай. Давай, выдави ее. Шутеечку. Серёж, я не могу так.
Одни сами, да, пока у тебя? Ты не можешь их выдавливать. Да, я искренняя. Да. Такая красивая. Они перестали писать, они от тебя отписываются, Серёж. Не, их 370. Они смотрят просто. Покажи лицо. Вот как тебе шутка. Шутка поебала? Как алкаш. Не, нормально, сделай нормальную позу какую-нибудь, Серёж. Господи, боже мой. Ну, Серёж, вытяни ноги. Куда это вытяни? Да, и голову, чтобы у тебя шея больна. И бицепс покажи, смотри. Подожди, надо право тогда показывать. Сломалась палка. Давай. Так, а теперь давай ты покажи бицепс. У меня нет бицепса. Давай покажем твой, мой или это. Давай. Фоткайте нас, фоткайте. Ну давай. Оп. Ну ты сейчас. Не видно ни у кого банок. Видали банки какие у нас? Ну что, ребят, короче, мы едем в Сочи. Мы едем в Сочи на фитнес-тур. Кто хочет, подгоняйте фитнес-тур. От 42 тысяч двухместных. 21 августа я еду через Псков. Кто желает со мной встретиться, пишите. Пишите. Никто не пишите. Пишите. 21 августа я собираюсь через Псков уезжать к Эстонии. Не смейте писать. Если я увижу, что вы напишите, я вас заблокирую. Если хоть одна шкура подкатит к нему в Уфе, я найду тебя. Я найду тебя, шкура. А почему ты не хочешь меня взять с собой в Уфу? Я понять не могу, на самом деле, Сереж. Хочешь, поехали со мной в Уфу. Так, все запомнили, все. Видео сохранится, Сереж. Они даже лайки нам не ставят, Сереж. Тогда надо, если ты собираешься ехать в Уфу, надо покупать этот самый тебе. Мне покупать? Билет. Сереженька, у меня денег нет. Понятно, что у тебя денег нет. Ты остаешься жилок, да? Что придется покупать мне. А что, дорого там? В Уфу? Ну, да. Не знаю, сколько стоит. Ну, если ты на один денечек или на два? Два денечка. Меня тут одну оставишь, Серёж. Два денечка. Ленивца своего бедного. Ленивца оставлю одного. Одного. Do you speak English? Дашенька. Yes, yes. Yes. I am speak English. I am speak English. Нет. Давай, как ты, Дашенька, меня учила по-английски говорить. I'm говорить по-английски. I'm... Ну нет, тебе же сказали же, speak говори, Сереж, скажи speak. Speak. I'm absolutely... Absolutely speak. Говорить... English. Говорить по-английски. Скажи, солнышко светит на улице. Ой. Так, любите, чтобы подглядывали? Что это за извращение? Это есть такое, знаешь, на сайтах. Подглядывать? Я работал на таких сайтах, Дашенька, я знаю. Там есть эти люди, которые работают в парах. Да ладно. Серёжа, давай. Терять уже нечего. Ну да. Я думаю, мы бы собирали много денег. Да? Ну, короче, если что, да, на самый крайний случай, у нас всегда есть этот самый, подработка. Работать на вебке будем. Будем работать на вебке с тобой. Ой, мы там столько денег по-любому заработаем. Ой, хоть выберемся. Ой, да. С матушки. И Дашенька будет, получается, можно выходить несколько раз в день. Серёж, мне не нравится, как ты снимаешь нас. Я в трусах лежу. Ты лежишь в трусах. Вот так. Смотри, так я смотри, так через трусов. Смотри, какая ты красотка. Я красотка. Ты у меня такая красотка. У тебя такая красотка, Сереж. Такая красотка. Такая красотка. Сколько бы денег мы с тобой зарабатывали в порной индустрии? Да? Очень много. Могли бы купить, знаешь что? Что? Хотя ленивца. И зарабатывать еще больше денег. Ну, слушай, знаешь, если мы лежать будем втроем голые, я, ты и ленивец. И ленивец голый. А ленивцы все время голые. Да? Ходят. Представляешь? Ой. Даша у меня очень хочет купить ленивца. Ленивец на одном каком-то сайте обсорился 280 тысяч.
чтобы лениться. Вот такой, он так вот будет делать ручки вот так вот и обниматься. Вот такой вот будет. Вы видели, ребята, это же милейшее существо, оно ничего не делает. Оно только ест и обнимается. Как я. Вы порно-актеры? Да, мы порно-актеры. Это они спрашивают или они утверждают? Вот днем спит, ленивец днем спит. Днем спит? Ну, представляешь, он будет днем спать, а ночью обнимается. Мне кажется, ленивец, он спит то ли 16 часов в день. Так мало? В день, ничего себе, он 8 часов только бодрствует. Подожди, 16 часов в день он спит, а 24 часа в сутки же. Ну, 24 минус 16. А, да. Поэтому очень много, нужен калькулятор. Отстань от меня, как ты достал. Необходимо его хочет только держать чича. Что? А да, тропические условия вы имеете создавать. Да, вот единственный косяк, что у нас, в принципе, не так влажно, как хотелось бы. И капустой будем его кормить. Какой капустой? Вон листья сколько на улице, смотри, деревья растут. Выпустил его, он погулял, забрал его. Левуры, не хотите? Я хочу ленивца, Сережа. Ленивца вонючий, пишет. Нет, ленивца как раз не вонючий, это полный бред. Ленивца как раз вообще ничем не пахнут. Ком то Париж, говорят. Ком то Париж. Езжайте в Париж. Хорошо. Обезьяну заведите лучше. Нет, обезьяны не лучше, обезьяны не обнимаются. На кухне влажно. На кухне сейчас у нас влажно, да, у нас потолок течет реально. Да. Может быть, это наши соседи пишут. С 96-й? Если 96-я, ты нас смотришь, мы тебе с 89-й привет передаем. У нас там таз стоит посередине, и вода течет до сих пор. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Привет, Девисма. Девисма. Что там, Сережа? Ничего. Енот будет прикольнее. Красавчики. Хочешь енота? Нет. Я хочу ленивца. Кто-нибудь продает ленивца? И котика. Знаешь, если бы у меня был бы котик, на самом деле, то котику можно было вот так вот делать, он бы прыгал, это можно было снимать в Инстаграме. Я думаю, столько бы подписчиков сразу у меня было бы. Котика можно было бы научить мяукать. И... Да вообще, котика можно вообще использовать его в своей коротких цели постоянно. А он бы только радовался, на самом деле. Он бы даже ничего не понимал. Кормил бы его, и все. А ты бы убирал бы за ним. Я бы убирал. Ну ты же должен что-то делать для котика, Сереж. А ты что будешь делать для котика? Я буду кормить его, гладить, снимать его на камеру. Он бы нам подписчиков собирал бы. Много бы он собрал? Вот я так? Думаю, да. Сколько? Представляешь, если бы... Вот скажите, ребят, да, представьте, только котик и я. Много бы было подписчиков? Котик, я и шарики. Котик на шарике? Я знаю, как можно было котика использовать так, чтобы было бы очень много подписчиков. Я сегодня смотрела уже. Ну и что? Что сделать с котиком? Было. Ну смотри, меня можно было положить, например, да, так на животик. А ты бы взял лазерную каску, и мне бы на ягодички бы светило. Котик бы ползал бы так, а по мне прыгал бы. Мило вроде, да? И ягодички в кадре. А он бы тебе ногтями там вот так вот... Я бы ему как... Царапал. Ему бы, если бы он меня царапнул, я бы, мы бы за раз, знаешь, сколько просмотров бы собрали. А еще же котикам подрезают ногти есть. Ну, вы подрезали бы ногти. И у них нет ноготочков. Они так бьют тебя лапками, а у них ноготочков нет. Ну, котика, если бы заводить, тогда либо лысого, либо большого какого-нибудь, типа пантеры маленькой. Маленькую пантеру? Хотел бы маленькую пантеру? Ну, да, это было бы очень красиво, мне кажется. Даша, зачем тебе ленивец? У тебя же 100-килограммовый ленивец есть. Нет, как раз ленивец в нашей паре это я. Дашенька, это ленивец мой. Да, иногда киска я, но... Когда хорошая, то киска. Когда плохая, о, то... заведите хорька. Хорька воняет. Хорек воняет, очень сильно воняет. Хорек, он неинтересный, он скучное животное. Скучное животное, хорек. А ленивец или лысая киска, Серёжа, они все время, знаешь, он будет маленький такой, вот так вот носиком делать, голенький все время под одеялом с нами. Лысая киска? Да, лысая киска. Без шерсти там не будет. Лысая киска. Лысая киска. Серёжа. Лысая киска, все угорает. Попугая не хотите? Вот попугай, вот как с ним обняться, с твоим попугаем? Вот как? Он будет в клетке вонять
жрать и все время стучаться еще. Пустите, пустите меня. Зачем нам этот попугай? Вообще скучное животное. А попугай, он его надо научить, он типа, попка хочет крекер? Попка хочет крекер? Что у нас за тема вообще? Серёж, не надо попка. Никакой попки, никакого крекера, мы вообще на диете, Серёж. Попка хочет крекер? Нет, короче, животное, которое нельзя обнять, вообще не предлагайте даже. Серёга, есть контакты Юры Графа? Нет, если честно. Он у меня в друзьях есть. Можно ему написать в этом. Вконтакте. Большой попугай очень дружелюбный, говорят. Ну и дружите с ним, ради бога. Нам же нужен ленивец, который будет обниматься. Самая главная функция животного – обниматься. Обниматься и гладиться. Все. Медведя можно завести. Ну зачем медведя? Медведи воняют, шерсти много будет очень. Он огромный, потом и кусается. Ай. Панду. Хотел бы панду. Панду прикольно. Панду. Но панда тоже огромная вырастает. Жирная, надо кормить ее. Панду, говорят, заведите. Это что, откормить ее, откучить, что других не панду. Можно завести змею. Слушайте, ребят. И кормить ее замороженными крысами. Вот вообще, на самом деле, да, так хочется путешествовать еще же. Надо будет чипировать этого ленивца, получается. Если с собой экзотических еще животных, да. Там какой-нибудь закон дурацкий. А потом прием в страну, где ленивец... Где это... ленивца отберут, не дай бог. Отберут, заберут. Могут? Не знаю, почему нет. Я убью этого человека сразу же. Кто заберет ленивца. Дашуля накачанная такая. Дашуля уже сдулась вообще катастрофически. Дашуля, так, я очень переживаю за это, если честно. Очень переживаю. Очень у меня сдулись все мышцы, ребят. Я похудела, я 4 килограмма мяса потеряла. Представляете, вообще за полгода. Она красотка у меня, Дашенька. Нет, я уже жирдяй. Дашенька очень красивая у меня. Девочка. Нет, фитнесовая. Ну вот именно, что фитнесовая. Я уже не похожа на спортсменку. Я похожа просто на какую-то, не пойми кого. А ты хочешь похож быть на Трухину, что ли? Между прочим, Трухина выглядит очень хорошо. Ну, бодибилдер же, ну такой, ну чуть-чуть такой. Блин, короче, отстань, Серёж. Даша бодибилдерша. Дашенька бодибилдер. Сколько весит Дашенька? Дашенька уже дрищ, короче. Сколько Дашенька уже весит 60 килограмм, что-то один. Что-то один килограмм уже весит. Даша клёвая, все пишут. Неправда, Серёж, там пишут, что Даша тварь, Даша, нет, Даша мужик и все такое. Я уже знаю, что они там пишут. Трухина не она, Трухина это он. Так, не надо ничего говорить про Наташу. Очень милая девушка, и кто с ней не знаком, на самом деле, ну, вы зря вообще-то говорите. Очень женственная и очень милая. И внешность – это ее право выбора, на самом деле. Заведите Шпака. Шпак сам кого угодно заведет, кто с ним тоже не знаком. Заведите Шпака. Мы, кстати, вчера видели с Сашей, с его женой, с Ваней, с Ваниной женой и с дочкой. Мы гуляли, мы качались. Да, Сереж, расскажи? Да. Отличные люди, очень, очень дружелюбные, очень интересные. Мы сняли пранк. Смотрите, все заходите на инстаграм Саши Шпака. Мы сняли с его женой. Пранк? Как это называется? Скетч. Мы сняли скетч. Чего у тебя там вишни, подписчики? Ой. Love the love shirt. Чего ты поделась на себя? Тебя не видно. Меня не видно. Хочешь, вообще... я подержу? У тебя на руках устала? Нет, у меня рука все отлично, я считаю, держать. Подписчики все перебегают к нам потихонечку, 30-40 человек, кстати. Ничего себе. Ну, что вам еще рассказать? Подписчики, мало чего-то комментариев, может быть, потупливает чего-то. Какой рост у Дашеньки? 163 сантиметра. 163 сантиметра у Дашеньки рост. А Даша курит? Даша не курит, я балуюсь вейпером. Вейпер это пар, это воздух. Воздух и вода. Раньше курила. Сколько ты, Дашенька, курила? Курила много очень. Очень много лет курила. Курила и курила, что-то курила. Потом Сережку встретила, он запретил и все. Я говорю, Дашенька, курить нельзя. Ну, Дашенька. А то от себя пахнет вонючими... ногтями. Жёными носками. Вот откуда ты знаешь, как пахнут вонючие жёные носки, Серёж?
Когда ты курил, я знаю. Так, что еще, что еще? Кто откуда? Скажи, you from? You from? Followers. А что такое followers? Подписчики. You from followers? Дашенька у меня суфлер дает курсы английского. Yes. Так что кто хочет английский? Кто хочет? Go me too. Или как, нет? Go. Все, это уходит. Go. О, какая ты красотка у меня. Любуюсь тобой, такая ты красивая. Че, правда? Че, только на камеру ты любуешься надо, походу, Сереж. Я все время любуюсь. Нет, ты только мне так там говоришь. Когда ты куда-то уходишь, я смотрю видео, где ты там всякие. Ты врешь. Ты смотришь своего хача постоянно. Честно тебе говорю. Да. Угу. Я сегодня даже с кухни ушла. Я говорю, давай видео какое-нибудь посмотрим вместе. Он говорит, да, давай, включай своего хача. Вот так вот. И сидит, вот даже, вот, вы представляете, я не знаю, это лицо вот такое. Он вот так вот его смотрит. Даже на меня так не смотрел, когда мы познакомимся, понимаете? Что ты преувеличиваешь? Да я ничего не преувеличиваю. Ты вообще вот скажешь, ты как отрежешь. Матершинника своего смотришь постоянно. Не смотрю вообще его особо. Я говорю, что сорей, там ни хрена нет. Говорю, будешь Югифты смотреть? О чем Югифт этот? А ты, ну как у меня Югифт? Я говорю, давай, я тебе посмотрю. Как закудахтало, куда? Это ты куда? Куда хочешься, куда? Нет, ты сам сказал, я киска гниет, так что курица это ты. Я шучу. Ой, я пошутила, смотри, видишь как? Шуточка в эфире. Шутечка мою какая-то у меня шутечки. Ну что никто не пишет нам ничего, ребят? Пишет по-английски что-то. Да, я прочитаю, по-английски я умею. Ну давай, вон, смотри. You. Буш. Бубс. Бубликс. 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 You бубликс. You бубликс. Серега, чего ничего интересного? Югифт от чего-то ничего интересного не снимает. Это потому что нас там нет. По-любому. Югифт, это если вы смотрите перископ Сережи, снимите нас в конце концов. И подписывайтесь на Дашенькин канал. Мой канал Адская Наварская. Все подписывайтесь. Не, посмотрите, ребят, на самом деле, мне интересно ваше мнение. Покомментируйте там, подписываться не обязательно, может просто поставить лайк или дизлайк. Мне вот интересно. Вообще, хочется создавать интересный контент, если честно, да, тот, который бы приносил не просто какое-то развлекательное что-то, а который приносил бы пользу. Вот как вы считаете, что бы принесло пользу обществу вот в виде, не знаю, в виде меня? Ну, что я могу такого вам полезного дать? Когда будете на Югифт, пишите под комментарием на Югифт. Да, что хотите что, нас видеть. Что хотите, снимите Миронова и Наварск. Да. Кстати, да, а что, можно же нормальную тему замутить вот так. Ребят, пишите там всем. Сереж, ты меня так снимаешь, у меня такая голова огромная. Да? А у меня, смотри, какая огромная. Кого больше голова? У тебя. Даже прикольно у тебя, ча. Хеллоу, рассказы про женские курсы. Курсы? Курсы. Меня забанят сразу. Я же собираюсь в федерации дальше будет выступать. Какие курсы? Все курсы, все разговоры о курсах я провожу тет-а-тет в скайпе. За денежки. Ну, по подготовке могу показать по этим самым, по питанию и по каким-то тренировочкам маленьким. Что еще может быть интересно? Что будет еще интересного? Скажите. Тему не открывали с Железным миром и Шредером. Да. В новостях дядя Сережа снимет про эту новость. Хотели бы заняться кроссфитом? Нет, это очень тяжело, и я считаю, что это слишком серьезный износ вообще для организма, для тела. Не мое. А чем бы ты хотела заняться? Я бы хотела, не знаю, обниматься все время, кушать тортики, там путешествовать. А хотела бы ферму ленивцев? Ферму ленивцев?
Что бы я на этой ферме делала? Ухаживала бы за ленивцами. А ферма? Сколько там было бы ленивцев? 10. Да, хотел бы. Прикольно. Разводить ленивцев хотел. Только не в России. Где-нибудь... В Испании. В Испании была бы ферма... Это бутылочка Шардоне, да? Было бы неплохо. Ты бы давала вино ленивцам? Зачем мне давать ленивцам вино? Чтобы они были более довольны. Они и так довольны, мне кажется. Посмотри на них. Как ленивец может быть недоволен? Это вообще вечно довольное животное. Потому что он ленивец. Серёж, комары. Комары у нас везде. Потому что мы живем в болоте. Знаешь, как две лягушки. Как это? Столько мух вокруг меня. Может, потому что я варенье? Нет, потому что ты оптимист. Набрала. Чё? Чё-то. Опен. А ты ничего не читаешь, Серёж? Так опен. У неё же есть ленивец вон рядом. Да нет, это я ленивец. Я ленивец, мне нужно себе подобного. А у меня тигр тут. Тигр? Ну-ка скажи так. Так, сделай лапы так. А Дашенька у меня пантера. Че еще? Девушка твоя качается? Не. Так только вот голос прокурила, пропила. Ничего не делала. Поцелуй Серегу. Поцелуй Серегу. Там вообще написано это, или ты придумываешь? Да, поцелуй Серегу. Написано, поцелуй Дашеньку, там написано. Ну, поцелуй Серегу опять. О, снова поцелуй Серегу. Че ты врешь-то все, я вижу одна надпись там. Ну там, короче, я просто два раза ее прочитал. Там написано вкупе. Чешется. Че чешется у тебя, Дашенька? Подушки надо сменить, потому что. Чтобы не чесался. Так смени, Дашенька. Смени, Сереженька, подушку. Ребят, кто за нами, может быть, часто следит, мы постоянно валяемся на одном и том же постельном белье, в одних и тех же шмотках, да? Мы богачки, Серёнь. Мы потому что богачки. Мы богачки, можем себе позволить. Мы самые богатые в Санкт-Петербурге. Знаете, чем богини угощают? Шаверма. Потому что я богиня. Короче, мы самые богатые люди в этом самом. Не побоюсь этого слова России. В России, да. Мы богаче. У нас есть практически свои яхты, практически свои дома. Сапсёрфинги. Свои люди, Серёж. У нас есть свои люди везде. У нас есть даже свои люди везде. У нас мы самые богатые, потому что у нас есть 100 с чем-то тысяч подписчиков. А еще у нас есть самокат и машина. Битая. Ржавый самокат. Ну там, да, чуть поржавел. Сегодня на самокате я проехал 23 километра. Ничего себе. 23 километра? Максимальная скорость 26 вроде бы. Ты ел мороженое сегодня? Нет. А что ты ел сегодня? Говняное. Два кофе, два капучино купил. Купил, короче, знаешь, купил кофе перед тренировкой выпил. И, короче, поехал. И где у Васи железный рейтинг, зал 24 часа, помнишь, мы там были, там Макдак. Зашел, короче, купил еще. Плюс у меня портфель, самокаты, поднос. Я иду, несу. Открываю дверь, этот капучино грохается и разливается весь. Давай. Я пошел, купил новый, да. Ну ты транжира, Сереж. Ну да. Слушайте, ребят, кстати, я знаете, что думаю? Я же таракан этого заводить не хочу, ну, потому что эта тварь с нами жить не будет. Так что, если кто очень-очень хочет нам помочь, то к 15 сентября вы можете выслать своего самого здорового, толстого таракана к нам на адрес. Да-да-да, Сережа его съест. Не буду я его есть, ничего. Сереж, ты пей кофе в Макдональдсе дальше, давай, два. Я похудею, это что?
конечно. У меня уже есть 4 кубика на животе. Да, конечно, вот поэтому ты и такая. Знаешь. Нет, да, у меня их не было, Сереж. У меня их не было. Да что? У меня не было их. У меня их не было. И за 2 дня они у тебя появились. Появились, конечно, да. Потому что, Сережа, я очень стараюсь, и генетически у меня это получается. Но, а у меня, знаешь, как мне тяжело. Знаешь, как мне тяжело? А мне не тяжело без тортиков и без всего сладенького. Мне тяжело не жрать макароны на ночь. Как ты думаешь, мне? Да, конечно, не тебе. Я по булке умираю каждый день, ты понимаешь? Я ее не ем. Ой, друзья, короче, я вообще стараюсь, блин, изо всех сил. Ел меньше, чем она. Хотя вешу, блин, в 2 раза больше. Потому что я больше двигаюсь, Сереж. Потому что я больше двигаюсь, я ем больше. Я сегодня сделал 2 часа кардио. Ты сколько сегодня сделал кардио? А я сегодня... И сегодня причесывалась и голову мыла, поэтому, Сереж, я сделаю завтра. Но я больше двигаюсь, чем ты. Я вон по дому находила сколько. Потом на лестнице подымалась, чтобы за тем самым 3жды. 2жды. Ну, там сколько там, понимаешь? К соседям. Тишина такая. Что ты там показываешь? Жирные ноги. Ты что вообще? Чего пишете там? Я вообще не вижу ничего. Покемонов Go, ставьте, будете двигаться. Нет. Если честно, мне вот меня привлекает эта игрушка, но мне кажется, меня не поймут. Меня осудят друзья, знакомые, родители, как обычно, короче. Кого я вижу? Кого ты видишь? Здорово. Мужики пишут. Ах ты пидорас, чертов. Ну все. Красный. Ты. Давай, ну. Сгори в аду, сука. Все. Так, что еще пишешь, что еще? А это тёлки пишут завистливые. Покажи, какая у меня такая красивая у тебя. Фигура у меня как. Вот такая у меня фигура. Вот такая. Вот она у меня. Вот. Вот такие у меня волосы шикарные. Да. Вот такая вот я вся шикарная, да. Потому что ты богачка. Потому что я богачка. Ты очень, всё, ты очень красивая. Показывай нас нормально теперь. Ты очень красивая. Это чтобы шкуры эти зависти повисли сейчас на веревках везде. Чтобы эти шкуры... Во всей стране. Повисли мира. На веревках эти шкуры. Все, давай обратно. О, все пишут секси. Да, я секси, да. Ты опять. Они про меня, может, пишут. Давай обратно сюда. Секунда, обратно. 460-70 подписчиков, как ты начал показывать свою идеальную фигуру. Ну вот она, потому что 70. Такая. А ты что-то назвал перископ сиськи? Нет, я написал вот. В СПБ. Идеальное тело. Идеально. Если вы хотите такое тело, как у меня, хотите. Вы его не получите, да? Дашенька, как такое тело сделать? Тело такое сделать за 3 года. Очень просто. Очень просто сделать такое тело. Выступить сперва в бикини, потом будет фитнес, потом будет бодибилдинг, потом опять уменьшится. И вот такое вот тело, да. 500 подписчиков уже перебежало. Ничего себе, Серега. О, 1% аккумулятора. Интересно, я успею поставить на заряд? Давай, где же ты? Нет, ты что? Вот она, вставляй ее. Оп. Так, купить программу у Сереги. Оп. Заряжается? Не знаю. Не. Не заряжается? Нет. Подожди, да ты что? А, теперь заряжается. Ой. Спасла тебя. Спасла. Покажите квартирку. Не надо. Так. Вы ослепнете от красоты этой квартиры, поэтому ничего показывать вам не будем. Сереж, ты как-то так показываешь, мне не очень выгодно. Не очень выгодно? Ну да. Ты такая красотка у меня. Тебя как не покажи, там везде очень красивая. Очень красивая это у меня. Ты мне тоже очень красивая сегодня. Такая красивая это у меня. Ты мне тоже красивая сегодня. Очень красивая. Я вот сегодня ехал и думал, какая это у меня красивая. Ты правда говоришь? Да. Ничего себе. Думал, какая это у меня красивая. Сейчас я тебе зарядку другую принесу.
Так это нормальная зарядка. Зачем ты пошел с другой? Мне кажется. Тебе проще просто общаться. Смотри. Ой, это длиннее. Вот так. Дашенька, давай, вставляй. Так. Пошло? Зарядочка. Ну все, заряжается? Там вроде идет зарядочка. Ты можешь чуть-чуть вот так вот вынести ее. Что там пишут? Пишут, тебя на камеру по автомату рука в штаны не тянется. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что будешь делать завтра? Шов ас. Знаешь, что такое ас? Ас — это жопа, по-моему. Шопа, да. Open boots. Open boots. Open boots? Открой батончики. Фу, какая гадость. Дураки какие. О, 560 людей нас глядит с тобой. Катя. Ну, пиши, грудь покажи. Серёг, можно? Давай. Покажем грудь. Давай, вот отсюда. Только это не в камеру выше. Выше? Итак, грудь. А-ха-ха-ха, смешные какие. О, каких-то иностранцев пишут нам. Русские, вы где? Выть. Зачем ты это делаешь? Не знаю. Серёг, как там у Гоши дела? Гоша прикольно, все хорошо, он в Сочи. Он в Сочи развлекается там, ездит на всяких катерах, всяким штукам. Кроссфитом занималась, тебе спрашивают? Нет, только снималась для мышц РФ. Теперь все думают, что она у меня кроссфитом занимается. Там постановка, ребят. Там постановка. Монтаж решает все. Даш, пусти кольца с пара. Ой, да я попробую. Давай. Хочешь, я подержу пока? Давай я подержу. Что там пишет? Не видно ничего, Серёнь. Их не видно, да? Угу. Вот полетел, видите? О, видно. На, Серёж, я покурю давай. Ой, как тут дымно. Курилка картонная. Как тебя зовут, красавица? Меня зовут Сережа. Как это? По-французски, ёпта. Да, мы не поняли. По-французски. Дашенька, чуть-чуть будет видно сосочек мой. Где что? А, не, еще далеко до сосочка было. Ты с ума сошел? Зачем ты такие вещи говоришь? Испугал тебя. Дурак какой, я писался. Покажи, как я писалась. Я шучу. Даша не писается на меня. Уже как 5 дней. Подписчики все перебежали. С Ростова. Старого Ростов. Ребят, сейчас будет новый выпуск у дяди Сережи. Смотрите его, этот самый ролик, где он мне проспорил. Он мне проспорил, очень круто. Мы играли на камень, ножницы, бумагу. Победил огонь. Так, что проспорил? Дело, короче, очень мокрое.
Такая вот интрига. Мы были в Диво, на Дивоострове. Ну, типа Дивоострова, короче, с аттракционами. И Сережа меня проспорил. Чего ты такой грустный, Сереж? Что проспорил? А это вот, ребята, смотрите на его канале в следующем выпуске. А как у тебя называется канал? Дневник Кача. Дневник Кача. Дневник Кача. Аватская Наварская, можно запихать это, Сереж, пожалуйста? Адская Наварская. Можно? Куда? Чуть-чуть тоже, кусочек маленький, ты не проспорил. Как? Можно, конечно. Спасибо. О, расскажи о себе. Дашенька, расскажи о себе. Он же тебя просит. Ты думаешь? Я думаю, это наш перископ. Нет, это твой перископ. Это наш перископ. Ну, расскажи о себе, Сереж. Я Миронов Сергей Викторович. Родился в Ленобласти, в городе Сланце. В Санкт-Петербурге. Работал сварщиком. Учился на сварщика. 17 лет уехал в Петербург жить и учиться. И теперь я самый настоящий сварщик. А потом я занялся блогерством и фитнесом. Сейчас я известная фитнес-рожа. А это моя самая красивая фитнесовая девушка в мире. Самая красивая чемпионка моя. Она у меня очень веселая, хорошая, добрая. Иногда может кусать меня. Иногда. Иногда кусается. Иногда кусается, потому что ее не гладишь, она начинает кусаться. А сколько там? Сколько народ? Сколько народ? 520. А что ты такое с ним фотографируешь, Сереж? Смотри, у тебя усы как будто вот так. У тебя усы. У меня были усы. Чего еще пишет? Сколько Даше лет? 21. Даша 21 лет. Даша, в каком году ты родилась? Черт. Какого ты года? 90. В 93-м. Черт, ну не то, да. Ты запалилась. Да старая я, господи, полтинничка мне уже. Не видно, что ли? Даша, этот... Я женщина, вот. Женщина... Взрослая уже. С юнцом встречаюсь, потому что богачка. Состоявшаяся женщина. Захотел себе фитнес-рожу, модель. Захотел себе позволить, вот, пожалуйста, да, всем бы так, да, вот, завидуется. Короче, очень, да, тебе нравится? Кто? Ты, да. Он даже своя грудь. Конечно, своя. И Сережа наполовину. Привет, Баку. Ой, нас Баку смотрит? Круто. Вот. Пам-парам-пам-па-парам-па-па-па-пам-па-парам-па-па-па-пам. Когда свадьба, Дашенька, спрашивает? Когда-нибудь, я думаю. Когда, думаешь, свадьба у нас будет? Когда скопим много денег, мне подарят ленивцы, тогда и свадьба. У вас дети есть? Конечно, есть. Вы наши дети. Детишки наши. Ху-ху-гу? Что? Хангаси. Ладно, сколько времени? Надо идти в магазин. Он смотри, сколько у нас подписчиков, Сережа. 576 подписчиков. Ну, еще пара вопросиков. Серега, сколько стоит с тобой потренировать? Я не тренирую сейчас, если честно. Я не тренирую персонально. Я только помогаю консультациями всякими. Вот. Сколько
Стоит у Даши расписать диету для девушки. У Даши стоит расписать диету для девушки с программой тренировка от 2000 рублей. От 2000 рублей. Недорого. Недорого мы берем объемом. Мы пишем много. Мы пишем много, мы еще потом созваниваемся в WhatsApp, потом в Skype. Потом еще и спрашиваем, как дела. Тут-тут-тут-тут-тут. Какая красотка она у меня. Такая красотка у него. Такая красотка такая она. Такая у него красотка. Такая красотка она. Такая красотка. Смотрите, какие ягодичные она накачала у меня. Огромные. Сережа, мне не дай бог мама посмотрит. Очень, очень красивая у меня она. Очень красивая девочка. Ну хватит, Сереж. Вы такие суперские, так подходите друг к другу. Консультация почем? Почем, Дашенька, у тебя консультация? Вы обалденная пара, ребят. Любви вам, счастья детей. У нас консультация уходит в программу питания, программу тренировок. Счастья вам, здоровья, долгое время. Спасибо большое. Ничего себе, такие добрые, милые люди. С чего это вдруг? С чего это вдруг? Они этот самый. Почему ты себя не показываешь? Вон я, смотрите. Где работаем? Работаем мы дома. Мы не привязаны. Мы работаем дома. Мы работаем в любой стране, в любом городе. Последний раз... Где ты работал, Сереж, последний раз? В Сочи. Последний раз я работал везде. В Сочи. Я работал в Сочи. Я работал в Таиланде. Я работал в Финляндии. Я работал... В Китае. В Китае. Я работал везде, где можно. Потому что для работы мне нужен только интернет. Только интернет. Подписчиков 666. Ничего себе. 666 подписчиков. Со шпаками общаетесь? Общаемся. Общаемся. Что писали? Серега крутой парень. Зимой куда едете? Куда мы, Сереженька? А на Бали мы поедем? Мы поедем на Бали, в Таиланд, в Китай. Сереженька меня отвезет на Бали. В Таиланд, на Бали, Китай мы поедем. Может, в Китай. Может, еще куда-нибудь. А на Шри-Ланку? Может, на Шри-Ланку. Гошанечку может, еще. Может, во Вьетнам можно съездить, посмотреть, что во Вьетнаме. Вообще было прикольно в Китай еще поехать куда-нибудь. Ну, ты имеешь в виду после? Чисто в Китае именно, не в курортный. Мама говорит, что там нельзя задерживаться, что там очень злые люди. Мама говорит. В Китае? Да. Китай очень добрый, тебя там будут на руках носить. О, я хочу в Китай, Серёнечка. Там будут все тебя этот... Может быть, там просто тебя на руках носили? Там будут на тебя смотреть так... Правда? Вот так вот будут смотреть, тебя фотографируют с тобой, тебя фотографировать будут. Будут... Подарочки дарить всякие. Подарочки я люблю. Я очень люблю подарочки себе. Я осенью в Грецию полечу. Надо лететь к нам в фитнес-тур в Сочи. Какая там Греция? Там ничего. Нет, Греция хорошо, конечно. Мне кажется, от компании зависит. В нашей компании будет очень весело. Ну это да. Серег, здорово. Даша, привет. Здорово, здорово. На чем зарабатываете? Мы консультируем людей по тренировкам. И я зарабатываю на рекламе бложика. Даша сочная у тебя. Даша у меня очень сочная. Сереженька, если ты раскрутишь мой канал, ты будешь зарабатывать еще с моего канала, ты понимаешь это? Я буду зарабатывать столько денежек, если раскручу канал. Так что подписывайтесь на Дашенькин канал «Адская Наварская». Адская Наварская, там у нее всякие очень красивые видео, как она готовит там. Сереженька, оператор, это Миронов Продакшн. Как она тренируется, Дашенька у меня тренируется там. Миронов Продакшн. Миронов Продакшн. Дашенька у меня вообще молодец. Дашенька, у тебя молодец. Молодец, Дашенька.
650. Ничего себе, 650 людей. Ну. А до скольки, давай до скольки-нибудь догоним, до скольки-нибудь. Не знаю, до скольки. Давай подумаем, за сколько мы хотим. Тысяча. Тысяча, показывай мне больше. Тысяча. Еще тысяча всяких будет этих. 668. Прибавляется? Сейчас. Дашенька, смотрите, какая красотка. Такая красотка. Ее ножки такие. У меня шикарные ножки. Шикарные ножки у меня такие. Я очень люблю их гладить. Слушай, сейчас я подумаю, что это такая тема вечерняя, знаешь, такая. О, как раз 700 уже ровных подписчиков. Давай до 1000 догоним. Ну, да. Будешь показывать больше? Смотрите, какая Дашенька красотка. Все завидуют мне. Все очень любят. А что, шкуры не пишут, что ли, Сереж? За шкуры? Ну да. Не знаю. О, Даша пишет. 760 Дашенька подписчиков. Подписывайтесь на канал Адская Наварская. Да, да, больше рекламы, да. Это канал на Ютубе. Видите, Адская Наварская. Наварская 2Р. С двумя Р. Там Дашенька тренируется у нас. Там гуляет. Дашенька тренируется. Постоянно показывает свои шарики. Не показывает, она там постоянно шарики. Дашенька там готовит. Есть хозяюшка там Дашенька. Дашенька, есть видеорецепт в нижнем белье. Ой, надо выкинуть же следующий. Да, следующий сейчас выкинем. Через завтра можем выкинуть. Какой контент интересен? Расскажите нам, ребята. Какой контент вот женский был бы интересен? Что бы вот девочка могла такое показать, кроме своих частей тела? Ну. Дашенька, меня там готовят эту штуку с пальцами. Она говорит, зачем ты рассказываешь? Будет интересно. Они же посмотрят. Так что давайте, подписывайтесь. Подписывайтесь, смотрите. 800. Надеюсь, мы маму с папой не смотрят. Мама, мы это делаем только потому, чтобы собрать 1000 людей. А что мы делаем? Ну, я голая лежу практически. Ну, какая ты голая? Смотри, у тебя футболочка и трусишки такие. Как... Домашние мы. Домашние. Хлопчатые. Они как этот самый. Они даже у тебя на купальнике не скромнее. Ну да, они скромненькие, очень скромненькие. А эти скромненькие такие. Дашеньки, смотрите, какая, генетика у меня. Дашенька, у меня идеальная генетика. Я сегодня ехал, думал, Дашеньки, у меня идеальная фигура. Ты правда говоришь? Ты правда говоришь? А что ты мне такое не говоришь? Ну вот, видишь, я всем говорю, 840 людям. Еще тысячи, которые посмотрят, какая Дашенька у меня. Красотка. Я думал, вот такая у меня, она у меня самая красивая. Слушай, давай я поделюсь перископом. Смотри, сколько людей уже меня смотрит, Сереж. Сейчас, ну, чуть-чуть. Можно? Дашенька еще хочет поделиться перископом. У Дашеньки есть перископ. Навара, как там? Да. Даша 8. Адская Наварская. О, Дарик 8 присоединился. Вот она, наша Дашенька. Пригласила она зрителей. Еще зрители. Сейчас мне писать вот мои уже ребятки. Чуть-чуть. Поболтаемся чуть-чуть? Я думаю, они не попадут в чат. Да ладно. Потому что этот самый. 800, Дашенька, человек. Не добьем мы до 1000. Мы же добьем. Подожди. Мы же добьем. Раздевайся, Сережа, раздевайся срочно. Да тебе тоже показывай себя, Сереж. Там смотрят эти всякие дрочеры. Всякие дрочеры смотрят. Это будет наш рекорд с тобой. Ну, ну-ка, круто. О, 750. Подписан на канал Адская Наварская. Там Дашенька готовит у меня. В нижнем белье. А Деникача, говори еще. Подписывайтесь на мой канал Дневник Кача, если хотите быть таким же позитивным, как я. И веселым у нас путешествие. Мы ездим во всякие страны с Дашенькой.
Вот. Смотрите наши инстаграмы, следите за новостями. Ну, Миронов Сергей и Дарья Наварская. Где эта штучка курящая? Наварская. Вот она. Дарья Наварская. 870, Дашенька. Давай, чуть-чуть до 1000 осталось. Догнать нам. Что делать? Просто лежать? Просто лежи. Ну, ты читай, хоть что там пишут. Ой, так. Она кто тебе? Кто я тебе, Сереж? Это моя любимая девушка. Он сказал, любимая первый раз. Моя любимая девушка. А, да ладно, ты что? 900 подписчиков, чтоб видели все. Чтоб никакие шкуры тебе не писали. Чтоб никакие шкуры не писали, понятно. Потому что Дашенька, она очень меня сильно любит, и она очень верная девушка у меня. Она ни с кем даже не разговаривает, ни с какими шкурами. Так что можете к ней не подходить. К ней вообще не подходите. Что там они пишут, хоть скажи? Давайте поговорим о прекрасном. Давайте поговорим о прекрасном. А Дашеньке? Они сейчас начнут отписываться, Сереж. Так. Сколько там людей? Так. Как вы видите, на самом деле мы видим очень мало комментариев. Может быть, перископ подтупливает. И они и так идут очень мало для 800 человек. Обычно они несутся очень... Ой. Что? Что там? Что? Ну, тут у меня камера, я так пачпать. Кошмар! Да. Вот делать кому-то нехер. Это они про нас пишут? Не знаю. Наверное. Может, кто нас смотрит, они. Да-да, на самом деле мы хотели пойти прогуляться. Ну, потом нас затопили. Нас затопили. Нас топят. А Дашенька, что ты написала в письме соседям нашим? Вы нас топите? 89-е. Так и написала. Вы пара. Мы пара. На меня подписалось всего 4 человека. Что за фигня вообще? Ну покажи в этот самый твой перископ. Мой перископ сейчас покажу. Скажи, Дашенька. Покажу мой перископ. Перископчик. Это Дашин перископ у нас. Опа, а что там? Ничего не видно, походу. Да, ничего не видно. Надо вот так. Как? Давай мне его. Оп. Вот Дашин перископ, кому интересно. Вот. Это Даша. Перископит. Она перископит иногда. Она не перескочет. Кто-то написал. Даша. Я перескоплю редко, наверное. Реденько, Дашенька, перескопит. Ну, бывает. Раньше она перескопила, конечно, побольше. Ну что, до 1000 добьем, не добьем? Походу, что не добьем. Сколько там? 733. Показывай мне больше. Наверное, все уже ложатся спать. А сколько у нас уже? Мы через час, наверное, двигаемся, да? В эфире? Да. Наверное, час, да. Ой, на меня люди подписываются. Передай привет тете Маше. Тетя Маша, привет! Ты с ней по любви или по... Ребят, он со мной за денег, потому что я богачка, я же говорю, я старше его на 20 лет. Дашенька у меня богачка. Да. Мне, короче, повезло, потому что я Альфонс, угу. И у меня вот такая вот красотка. Да, я вот очень хорошо просто сохранилась. Это я там тут хорошо, а внизу-то я вся дряблая. Дряблая, это где внизу? Пятки у меня дряблые. Пятки у Дашеньки очень упругие, твердые пяточки. Ну что? Твердый пятый. Они еще что-нибудь третьего пишется, нет? Я думаю, что уже все надо. Ну давай, 5 минуток еще посмотрим, подпишутся они. До 1000 не подпишутся.
И все. Так что, друзья, смотрите на канале Адская Наварская и на блоге Сергея Миронова дневник Кача. Кача. Мы там ездили в Сочи. Вот. Дашенька тренируется у нас. На Старкон гоняла, переодевалась в Лару Крофт, готовила всякие штуки. 777 подписчиков. 777 подписчиков. Три семерочки. Ну, три семерочки. Там пам пам тан 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 тан. Жарко, да? Может, это из-за парилки за это, Сереж? Да вряд ли. Так, передай привет Насте. Привет, Настя. Какой там Настя там привет? Настя, пока. Сочи. Когда новости, дядя Сережа? На днях сделаем. Сделаем на днях новости. Сережа, скажи, мы сегодня брови тебя красили, помнишь? Ой, сегодня мы покрасили мне брови. И побежали быстро их умыть, чтобы они не покрасились. А то они были бы вот такого цвета, как у Дашеньки волосы. Вот. И, кстати, друзья, у нас будет этот самый семинар, какой семинар, фитнес-тур в Сочи. 10 дней от 42 тысяч рублей. Всего будет места ограничены. Там есть очень крутая база спортивная. Очень крутая спортивная база. Куча залов новых. От Сочинской Олимпиады осталось при НИИ спорта. Очень крутая. Так что мы там будем устраивать фитнес-тур на 10 дней. Там будет шведский стол, катание на яхтах, коньки, баскетбол, волейбол. 4 тренажерных зала будет, чтобы качать банки. Там будет пляж галечный с гальками. Гальками пляж будет. И там можно кидать камни в море. О чем ты? Тварь. Так давно мечтал. А, я думал, ты хоть заблокируешь кого-то? Нет. Ой, простите, ребят. Зачем она ревнует так явно тебя? Ну, посмотрите на этого красавчика. Вот ты, вот лично ты посмотри, какой он классный. Посмотри, какой у него, какие у него белые шелковистые волосы, какие у него скулы, какие у него зубы. Боже мой, какой это самец. Как его не ревновать? Модест хороший. Ну ладно, друзья, чё, всё, давайте, подписывайтесь на наш Перископ, ставьте большие пальцы, нам больше пальцев, лайков, сердечек ставьте нам. И что? И подписывайтесь на наши инстаграмы, Миронов Серж, Дарья Наварская. Даша Навара. Даша Навара, пишите. Наварская в поисковике и Миронов. Еще подписывайтесь. Везде подписывайтесь, где угодно, чтобы больше подписчиков было у нас. Чтобы подписчики все перебежали к нам. И у нас было много подписчиков, и мы могли путешествовать везде, где захотим вообще. Потому что у нас везде подписчички. Куда вот поедем? Поедем туда, и там сразу подписчички. Надо сделать красивую заставку, чтобы у меня была красивая заставка. Сейчас, когда мы будем прощаться. Да? Да. Подожди, вот так. Все. Подожди.